Фонде культуры Кабардино-Балкарии накануне состоялся вечер, посвященный Дню памяти жертв Кавказской войны. С начала 90-х в Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Адыгее ежегодно 21 мая проходят траурные мероприятия. В Фонде культуры было многолюдно. Среди участников вечера – репатрианты из Иордании и Турции, которые уже долгое время живут в Кабардино-Балкарии, а также сирийские кабардинцы, находящиеся на исторической родине в связи с трагическими событиями в этой стране. Такие встречи важны для представителей адыгского народа, подчеркнул представитель Международной черкесской ассоциации Арсен Мукожев. Несмотря на то, что адыги оказались разбросанными по всему миру, они все-таки связи сохранили. Устремления народа должны быть нацелены на будущее. И одним из вот таких оснований, на которых будет строиться будущее, это искусство. Мелодии зарубежной черкесской диаспоры, так назвали концерт его организаторы, старинные народные песни в исполнении заслуженных артистов республики на играх на традиционных музыкальных инструментах. Звучали в этот вечер и стихи, сочиненные за пределами исторической родины.